По-моему, его можно понять, если встать на его место. Да что за ерунда? Я не понимаю, о чем вы. Ну, у тебя будет время понять. Много времени. Я ничего не понимаю. Я тебя понимаю. На твоем месте я бы, наверное, сделал то же самое. Ну что, старик, поздравляю! Это успех. Я не понимаю, что происходит? Не понимаю, о ком вы говорите. Впервые слышу это имя. Я только с тобой могу поговорить. Понимаешь? Ты ничего не понимаешь! Вообще, я рад, что ты приехал. В последнее время мы редко видимся. Да. Но ты же понимаешь? Понимаю. Понимаю. Работа, забота. Да. Он так до конца жизни будет. Все слышит, все понимает, а говорить и двигаться не может. Я поняла, спасибо. Да. Поняла. Папа. Понял. Понял. Она. Понял, поехали. Я понял, понял. Понятно. 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 Это понятно. Не спишь? Как дела в школе? Нормально. Понятно, не хочешь разговаривать. Ну ладно, спокойной ночи. Ага. Ясно. Понятно. Ну, ясно. Так, мне все ясно. Ясно? Ясно, ясно. Я тебя спрашиваю, ясно? Ну, я тебе сказала, что нам ясно. Ты это знал? Как ты это понял? Иди сюда. Ну, ты же уже все поняла. Умная девочка. Володя, ну, может, я боюсь спать одна? Значит, тебе замуж пора? Я согласна. Да нет, ты меня не так поняла. Да и потом... там... Вы друг друга поняли? Ну что, Сергей Петрович, мы поняли друг друга? Да. Вы ведь не оставляете мне выбора? Только... Знаешь, я подумала... Вдруг ты что-то хочешь мне сказать, но боишься, что я не пойму. Так вот, я пойму. Не поймешь.